Развитие города и повышение качества жизни димитровградцев были и остаются основными задачами, которые стоят перед региональным правительством и муниципалитетом. С этого начал встречу с представителями муниципалитета Сергей Морозов. Нам необходимо с вами сегодня сосредоточиться не только на экономических и финансовых вопросах, но и на вопросах, которые напрямую касаются нас. Это формирование дееспособной городской власти. Нам важно не политические принадлежности, нам важна не красота человеческая, да, нам важно, прежде всего, конечно, профессионализм, продуманность, такой практицизм, который позволит город Димитровград сделать большим, крупным научным, культурным, образовательным и спортивным центром Российской Федерации. У городской власти региональные общие задачи. Только объединив усилия, можно изменить ситуацию, в которую сейчас оказался город. Впереди большая работа по утверждению бюджета города, подчеркнул глава региона. Так, для начала оздоровления экономики города необходимо усилить работу по собираемости налогов, снизить кредиторскую задолженность перед представителями малого и среднего бизнеса, продолжить работу с теневой экономикой. Участники встречи отметили, что разговор конструктивный. То, что губернатор говорил о улучшении финансового положения в городе Димитрограда, вовлечении сюда, значит, инвесторов, совпадает. Мы также заинтересованы в том, чтобы город Димитроград, ну, получал как можно больше промышленных, то есть построил как можно больше промышленных предприятий. По словам Александра Ерышева, одним из вопросов встречи стало расширение городского кладбища. Прошлое руководство города данный вопрос почему-то целенаправленно не разрешало. И расширение шло исключительно в сторону поселка Дачный, несмотря на протест местных жителей. Городские власти предлагают расширение кладбища в сторону Тиинска. И здесь нужна помощь регионального правительства. Губернатор дал поручение правительству подключиться к решению вопроса, рассказал журналистам председатель городской думы. По мнению исполняющего обязанности главы города Алексея Гадальшина, главный итог встречи – город будет поддержан региональной властью. Губернатором был поставлен приоритет то, что город Димитровград на общих условиях софинансирования будет поддержан региональной властью. Также губернатор порекомендовал городской думе и администрации города здраво подойти к сбору доходной части бюджета. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.